bueno, acá está el sillón este, la teníamos que poner a Lila ahí, nosotros, en este sillón, pero la tenemos al lado como una amiga. Bueno, y le vamos... Ahora vamos a ocuparlo con otra invitada de hoy, pero bueno. Nosotros lo que queríamos, por ejemplo, este año, Lila, comparando con los anteriores... ¿Creció el show ese? Yo no sé, yo no была. Ella me encanta porque ni siquiera me mentiría un poquito, me dice, no estuvo participando en el anterior. Bueno, que me cuente, Nona, el año pasado, ¿creció más este año? Si voy, в этом году было намного больше это участников. Было больше участников, и мне кажется, подготовка самого конкурса, вот отдать должное вот все-таки организаторам этого мероприятия, это, во-первых, молодежному координационному совету соотечественников и, соответственно, представительству нашей культуры здесь в Аргентине, Доме России, тоже большой как бы поклон за то, что они создали такое замечательное шоу, они действительно подготовились в этом году просто, можно сказать, на высоком уровне. Мне очень понравилось. Действительно, это вот я отметила разницу, то есть в прошлом году, как это было действительно на более любительском уровне. В этом году, ну, мне кажется, уже как-то с претензией все-таки. Все профессионально, было, да? Да, да. И да. Количество людей намного больше было в этом году, ну, участников. Просто забит был зал. Нет, я говорю участников. Участников было около 30, да. 29 было. То есть, как бы заявлено, нет, 28, 30, ну, 30 даже, да, было, да? Было. Просто еще один молодой человек потом подключился, угу. И вот. Acá lo estoy viendo, el jurado está, Ольга... Это наша Ева, да, sí. Да, да, да. Está cantando Eva y... Это Ева Маккей, да. Да. Sí. Ну, мы можем немножечко кусочек... Я вот как раз-таки в перерыве говорила о том, что мы ждали сегодня на программу одну из ведущих и организаторов, Людмилу. Вот, да, буквально с флешкой, со всем мероприятием, которое вот происходило, чтобы можно было в процессе посмотреть все номера. К сожалению, у меня было материала очень мало, потому что мы сами принимали участие, вот. Но она не смогла в этот раз приехать, поэтому вот порадовать пока что у вас больше нечего. Anastasia Turska, она era miembro del jurado también, estuvo en vivo transmitiendo. Vi algunos números, estuvo en vivo, vi el programa, cómo cantó el tango, Federico. La escuché a Eva Maquet y Eva Famina también, bueno, algunos transmitió, así que en vivo lo pude escuchar. Así que alguna persona, bueno, yo ahora no puedo encontrarlo. Мне очень понравился ребенок, вообще совершенно очаровательный, очень маленький, такого, ну, маленький ребенок. Он играл на аккордеоне, да, или это баян? Нет, аккордеон. Он просто замечательно это сделал. Он действительно вот сердце вот вылетало, вот настолько он сделал это классно, молодец. И он лауреат там? Он лауреат, да, да, лауреат, да. Да. Музыканты вообще все были классные, но мне этот ребенок... Потом просто... участвовал тоже этот вот наш Иванов тоже, да, участвовал? Или нет? Нет, не было. Ну, Иванов, он-то, в принципе-то, как бы... Уже лауреат. Талантливый человек. Уже мы не ищем талант, он уже их нашел, да? У него свои оркестры в клубе. Он свой талант уже нашел. А вот этот парень, а этот мальчик, где он учится? Я не знаю, не говорили, к сожалению, об этом. Не говорили. В общем, какая школа? Вот минус, на мой взгляд, вот как бы один из минусов, то, что, в общем-то, например, в категории вот искусства, да, арт-искусства, нам не представили зрителям вообще как бы эти рисунки. То есть мы понятия не имели, зрители... кстати говоря, у меня есть с собой... Да? Рисунки, то рисунки, хотите. Мы хотим. То есть не рисунки, а у меня есть они фотографии, фотографии. На моем селе. Ну, есть. Попробуем вот в перерыве попросить Рудольфа. Может быть, его парочку. Кстати говоря, о рисунках тоже такое интересное, да. Получилось. Скажем так, потом, когда мы будем демонстрировать это, я вам укажу тот рисунок, который, настояла я на том, чтобы дали ему первую премию, потому что хотели дать другому рисунку, более яркому, скажем так, более какому-то вот выписанному, но он явно был скопирован откуда-то, вместе с цветами, совсем все, а другой был своя собственная фантазия и хорошо сделанная.
Сказал, так послушайте, это же самое главное, что это человеческое, вот оно, сердце, понимаете? И рисунки это дети рисовали, или это были различного? Это тоже были разные категории. Разные категории рисунка тоже. O sea, y dibujo, participaron dibujo y Lili está contando de que ella privilegió sobre, quizás había más impactantes dibujos de muchos colores, pero se notaba como más copiados de algún lugar ya hecho, y algunos que ella privilegió algo que salió del alma, un dibujo que expresaba el interior de la persona, que le pareció mucho más expresivo, mucho más reinterpretativo. Le pregunté si eran dibujos de niños o de adultos. Dijo, bueno, que había varias categorías de adultos y de niños. Así que, bueno, muy completo, mucho trabajo fue. Qué bárbaro. Да, да. Я говорю, это комплексная такая работа. Это надо же это еще рисунки потом делить на детей, взрослых. Да, 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 да. Ну, для этого и существуют категории. Что там их делить? От 11 там, до 18, потом все взрослые. Есть детские, которые все маленькие. Надо было дома их смотреть. Все-таки поместить в одном организационном таком. Заранее, вот, да. Они просмотрелись. Нет, я говорю, да, вот все-таки поместить и песни, и музыку, и рисунки. Согласна, и это все-таки это экспрессион дель арте. Это не просто, да. Это диферентная экспрессион дель арте, потому что это разная, как бы, это же и тематика, и вообще разная, как бы, мы подходим, мы к культуре, к музыке, это с разных, как бы, сторон мы подходим, это, поэтому совсем это надо было оценить тем же людям, которые, как бы, я понимаю, тот человек, который у него есть талант в каком-то направлении культурному, в песне, например. У него тонкая душа, он может понять, может быть, рисунок, но все равно... Я вот, на мой взгляд, это как бы просьба, вот, скажем, организаторам на будущий год все-таки приглашать, раз есть у вас как бы прецедент, есть у вас работы, арт-искусство, есть художественная гимнастика, есть танцы, есть вокал, приглашайте все-таки в жюри компетентных людей, которые смогли бы все-таки и оценить профессионализм, было бы все-таки приятнее. Имеется в виду профессионализм, художественной гимнастики, да, или, да, например, рисунка, да, да. Потому что в данном случае от песни и музыки были представители, которые могли, да, профессионально, да, это. А вот здесь вот в Аргентине есть одна очень знаменитая гимнастка, которая, она, в общем... Была у нас, да, в гостях, да, да, она, Елена Ангелина со своей, она и обучает сама, и ее дочь, вот, да, наша, вот, Евгения. Потом уже... еще у нас есть, вот она знала другую, вот уже, Галина, да, кстати, да, была на этом мероприятии, и ее представляла, ее представляла ее ученица маленькая, София Сангетти. Это как бы семья, которая вот тоже в эмиграции, папа аргентинец, мама русская, водят детей в русский дом в наш, и вот Сонечка, по-моему, заняла лауреата, насколько мне это Да, у нее, конечно, это, ну, это настолько профессиональный у нее преподаватель, конечно, я думаю, если она видно, своих учеников тоже как бы себе подбирает, вот именно на таком уровне, который, знаешь, что... У них это есть будущее в гимнастике. На самом деле Галина преподает, конечно же, сборной аргентинской в Синарт, и она также преподает в клубе «Ривер». Да. И можно к ней записать любого ребенка. Ну, я думаю, что, может быть, не прям совсем любого, но с определенного возраста. Ну, я думаю, если она уже ведет ребенка, наверное, на участие на конкурсе, наверное, она уже понимает, что этот ребенок, да, и подает какие-то надежды. Ну, думаю, да. Я думаю, потому что все-таки, когда подбираешь ребенка, ну, на участие в таком конкурсе, все-таки, наверное, из общей массы выбирают более таких, ну, детей способных. Вполне может быть. Хотя я хочу отметить, что были представители нашей посольской школы, русские дети, русская тоже преподаватель их, вот, и мне тоже очень понравилось. Это был у них несколько коллективных было номеров, и потом они еще индивидуально. И мне понравилось. Я считаю, что многие дети из них выступали тоже довольно-таки подготовленно, профессионально. Вот, ну, скажем, по их возрастной категории. Художественная, не профессионально, это самодеятельность. Художественная гимнастика. Имели хороший уровень, скажем так. Да. Вот, да. Художественная гимнастика была, категории. Да. Но это кому-то было. Же из них тоже дали лауреат. Безусловно, но это все равно самодеятельный конкурс, это не профессионально. Ну, это нужно правда. Иметь. Но дает, наверное, да, все-таки, да, дает какое-то уже первые шаги, вот уже... Безусловно. Да. На сцене, вот этот опыт на сцене, это много значит для человека, вот как который... раз-таки, повторите те слова.
слова, которые замечательные вы сказали, вот когда вы к нам только вышли, потому что это действительно самое важное, чтобы было немножечко вот для всех было понятно, что это такое, что это за конкурс, что это не конкурс, это вот что? Ну, это, скажем так, это то, вот каждый человек себя хочет выразить, тот, который имеет какой-то талант. Он не может жить без того, чтобы себя не выражать, так? И вот если ты выходишь на сцену, и тебя видят зрители, и вот то, что ты делаешь на сцене, забирает кого-то из нас, а скажем так, многих, если это какой-то такой замечательный талант, пробивает до сердца, или, как я уже там сказала, на русском доме, да, до кишок, тогда это значит то, что нужно. Это значит, ты сделал то, что, для чего ты взошел на сцену. Это очень непростая вещь. Тут много всяких составляющих нужно учитывать. Но еще раз говорю, что самое главное, это нужно выбирать репертуар точно по своим возможностям и психофизическим установкам на данный возрастной период. Вот так, дорогие друзья. Bueno, Lila, y la palabra de ella lo vale, lo vale. O sea, dijo las palabras que, bueno, no era un concurso profesional, por supuesto, es un concurso de motores, sí. Y en ese concurso uno por lo menos tiene que expresar, cada persona que sale quiere mostrar los talentos que tiene y se expresa en el primer paso, es en el escenario, en lo cual se siente quizás... Bueno, eso es lo que ella quiere hacer, quiere mostrar lo que sabe. Y cuando si del otro lado, lo que lo escuchan, lo que lo ven, pasa, dice, con un escalofrío, dice Lila, como si fuera algo que le vuelve toda su entraña y le vuelve a su lugar. Entonces, bueno, esta persona le demostró todo lo que quería demostrar. Entonces, esta persona está apta para seguir en ese camino. Y eso lo que, y también dice muy importante que ella da como recomendación, como una profesional realmente de mayúscula, dice que cada persona en sus diferentes periodos de su vida, y más cuando sos más niño o adolescente o tenés ya, sos con la categoría mayor, vos podés, te puedes sentir cómodo con algún tipo de interpretaciones y no cómodo con las otras. No significa que eso no podrás hacer en otro momento, pero hay momentos que vos te sentís como si fuera una ropa cómoda para vos, sentís bien cómodo con alguna interpretación y quizás no te quepa otra interpretación. Y entonces eso hay que tener mucho en cuenta, porque te podés expresar mucho mejor, sentirte mucho más cómodo en el escenario cuando interpretas algo a tu medida, diríamos, ¿no? Esa es la palabra, да, a tu medida. Sí. Знаете, девочки, я предлагаю вот объявить еще одну гостью, которая уже, наверное, сождалась. Это одна из участниц этого конкурса. Вот, замечательное, восхитительное создание. Вот, зовут ее Алисия. И давайте ее пригласим к нам в студию. Давайте. Bueno, давайте. Bienvenida, Alicia, al estudio. Y Lila dice que la conocía desde chica. Entonces ya algo dijo. Sí. Sí, sí. Así que algo dijo sobre ella. Алисия у нас... Она пела этот самый, что она пела кукушка. Песню «Кукушка», да. Она адвокат, она будущий нотариус. Она, по-моему, с 97-го года, сейчас она все сама расскажет. И самое главное... Я сейчас в Университете Буэнос-Айрес заканчиваю последние предметы, и у меня есть желание идти по специализации на нотариуса. На нотариуса. Да. И я начинаю задавать вопросы мне, потому что как бы интересно, почему нотариус? Почему тебя заинтересовало быть нотариусом, например? Почему? Скажу правду. Когда я начала... Скажу правду, да? Когда начала карьеру, ну, у меня было очень много эмоций. Ну как, юридическая карьера — это карьера, в которой есть много истории, да. Ну это социальная карьера, но да. Есть одно, то что
человек должен чувствовать тоже характер. Есть тема в том, что es litigio. И это конфликты постоянные, поэтому я не чувствую себя комфортной, где, когда я должна... Enfrentar algo. Enfrentar, да, и поэтому мне кажется... И confrontar. Мне кажется, что мне будет более комфортно, я себя буду чувствовать и найду свой зов, можно так сказать, в обществе. Это когда... Это будет все равно более с нотариальной частью. Простите за мой русский, может быть, он слегка на аргентинской тоне, потому что сделал свободу. Bueno, tenemos la invitada de hoy, es futura abogada, escribana, bueno, porque saben de que acá se reciben en las últimas materias, ya más o menos se decide que especialización va a seguir y sigue notariado. Le pregunté el por qué, dice, bueno, que litigio no se siente ella cómoda con ser, porque un abogado es confrontar, es ir a un conflicto con otra, representar un conflicto, no se siente ella, pero siente hacer como justicia, la siente que es la profesión emocionalmente para ella, pero con una calidad quizás notarial le quedaría más cómodo para ella. Entonces, bueno, futura escribana, ya sabemos, ya tenemos una escribana, rusoparlante, chicas, ya vayan anotando, Alexia Lesova va a ser próximamente. Bueno, contame, si vos sos, acá siempre es la gran duda, vos podés seguir notariado, ¿no? Y si hasta que la licencia se recibe o tenés que trabajar para alguien con la licencia del escribano. No, bueno, eso contame, por favor, porque ya te vas recibiendo y eso... Hay un examen que es muy complejo, que tengo la esperanza de poder haber dado, si no, bueno, quedo como abogada. Pasas el examen, te dan el título de escribana, pero quedas como adjunto. Y sí, tenés un par de años que sí, tenés que trabajar con un titular, que sí o sí, él es el que posee la titularidad. Y luego, creo que después de los 7 años de ejercicio, sí. Te pueden dar una licencia para ser escribano. Sí, sí. Porque antes era una cosa que es como era cerrado el acceso de los escribanos a una licencia, ¿no? La licencia eran como en un momento los taxis, ¿no? Eran, por ejemplo, 100 licencias y más de esto no había uno solo más. Y si 100 escribanos, pues digo 100 para hacer una cifra, por supuesto no lo era, no sé la cifra. Elitista. Y no se podían, no podían tener acceso. Entonces la escribanía seguían siempre sus hijos y eran como familias enteras de escribanos. Y los nuevos escribanos no accedían a tener una licencia de escribanía. Se ha cambiado, por eso yo te pregunto, quiero que vos me lo digas, vas a ser futura escribana. Bueno, el día de hoy sí. Se ha cambiado y creo que te andan dando acceso. Pero bueno, no es tan sencillo. No es sencillo, bastante, pero bueno, más oportunidades tienen tampoco. Sí, hay que saber, hay que estudiar mucho y... Sí. Y bueno, pero si uno no tiene un sueño, el tiempo transcurre igual y uno tiene que tener un sueño. Да, ну хорошо, а как тебя, так сказать, занесло в пение? Скажи, пожалуйста. Как в пение занесло? Да. Как занесло меня в пение? А вот об этом или как адвокаты занесло, или как пение? Что первое было? Нет, адвокаты, это понятно. А вот девочки, с детства. Давайте об этом мы поговорим после рекламы. Пусть это останется такой вот... Хорошо, потом мы все... Давай сразу несколько вопросов зададим, и потом сразу же реклама. Чтобы все сидели и ждали. Значит, так, мы откуда? Из Беларуси? Да, значит, вы пока не отвечаете. Мы замужем? Ну, я не свободна, можно так сказать. Могу так ответить, не свободна. Не свободна. Ясненько. И, значит, и потом, как затянуло в пение, значит, мы сейчас после рекламы, все это нам ответите потом. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. После рекламы мы продолжим нашу беседу. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок.
Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Club Banco Provincia. Asóciese sin cuota de ingreso. 4791.